Герои неба. Михаил Громов, летчик-испытатель, герой Советского Союза. Самый известный авиатор 30-х годов. До войны Громов лично испытал 25 новых типов самолетов, в том числе АНТ-9, первый в Советском Союзе пассажирский самолет. Мировую славу Громову принесли авиарекорды. В 20-30-е годы он совершил несколько дальних беспосадочных перелетов над всем земным шаром. Он приобрел огромную популярность. Зарубежные коллеги признавали его лучшим летчиком планеты. За подвиги Михаил Громов был награжден звездой героя. В годы Великой Отечественной стал военачальником. Под его руководством воевал знаменитый авиаполк «Нормандия». Командовал воздушными армиями. В честь Михаила Громова названы улицы в Москве, Севастополе, Днепропетровске и других городах. Мы помним наших героев. Российское военно-историческое общество.